саженца клематиса крупноцветкового Айнор как сорт вывела селекционер М. обескровайная в далеком 1972 году. Как и другие клематисы отечественной селекции, Айнора отличается повышенной морозостойкостью и нетребовательностью к условиям произрастания. Крупные цветки розового цвета в диаметре достигают 12 см, чашелистики с заостренной эллиптической формой у основания окрашены в фиолетовый цвет. Цветет Италиана два раза, в мае на прошлогодних побегах и в июле, августе на новых побегах. В длину растения может достигать 2,5 метра, надежно цепляясь за опору. Любит солнечное, но не жаркое место. Клематис крупноцветковый Айнора – это многолетнее растение высотой 250 см. Лиана лучше всего подходит для групповых посадок, живых изгородей. Клематис прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. По типу ствола клематис крупноцветковый Айнор можно отнести к группе лианы. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания клематиса прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает клематис крупноцветковый Айнор в месяц июль, май, июнь, август, сентябрь. Цветок окрашен в розовый цвет. Интересные цветы клематис могут быть до 10-14 см. Как правило, на одном цветоносе размещается до 15 цветков. Лист этого прекрасного растения по форме эллиптический. Весенний окрас листочков зеленый, летом цвет листьев зеленый. Обратите внимание, что клематис крупноцветковый Айнор – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.